Беги, 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 беги! Мы сбежали? Ой. Отлично! Я живой был до этого момента, ну блин! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима из Гусанёк, Профит, Фуфло, Угабуга, Макфейт, FM Zoom, Заварной Кофе, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Круэт. Всем махаю. Нако, всем здравствуйте. Решили мы записать «Аниматроники пугают охранника», только не так, как обычно, а на 8 человек. Будет 4 охранника и 4 аниматроника. Это будет очень сильно и очень сложно. Если хотите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Отлично. Идет назад! Да как ты убил на расстоянии? Да ладно, это же честно. Честно? Да как ты на расстоянии? У тебя руки длинные. Аниматроник резиновая рука, блин. Нет, так не надо, я боюсь. Смотрите, здесь прям стоит Фредди. Вот он. Валяется. Бей его по башке. Уходи отсюда. Это, конечно, очень сложно, когда 4 аниматроника. Скажу, что придется постараться. А как он прошел? Эй, ты кепочник! А, он сейчас назад вернется, это анимация такая, смотрите. Да ладно, читер ты. Все, ушел. Открывай дверь. Нет, другой пришел. Так, Бонька стоит. Уходит. Дайте нам это. Дайте хоть калитку открыть, вы че такие мощные? Можно зайти сюда? А, сюда нельзя зайти. А все, пока, Дим. Эй, вы чё, впустите! Ну, пожалуйста, впусти... А, Фредди! Ой, Фокси! Беги! Мы сбежали? Ой. Отлично! Я живой был до этого момента, ну, блин! Я тоже поддался в этот раз, я серьезно говорю. Живем. Дима. Да. Все-таки не зря я тебя выпустил. Тогда. Фикуля, привет. Стоит, а так внимательно посмотри, не открывать. О, это новые ребята аниматроники, которые мы скачали, последний пилпак. Это как Чика, только синяя, как это очень странное. О, так там стоит аниматроник открывать, пока не открывай. Дима, это Чика, которая переела. А, да? Добрый. Это у него отравление. Невидимый идет аниматроник, смотрите. Закрывай! Ну блин, так ну как? Открывай, заходи, выходи! Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться и позаписывать ролики, заходите в наш дискорд. Так, понял. Ого, дерево пришло за мутантус. Ого, у него челюха, смотрите, какие зубы мощные. Дай посмотреть. Это прям, знаете, я вам скажу, очень такой страшный аниматроник. Это аниматроник дерева или как он называется? Зайчик. Деревянный аниматроник. Он добрый, он не убивает. Ну давай закроем дверь, потому что другой еще придет. Привет, зайчик. Дима, знаешь, он к стоматологу пришел. Да, все, открываем дверь, никого нету. Идет. Я успел, блин. Успел. Стремновато, знаете, дверь еще с опозданием закрывается. Прям перед его. Глич. Все, пусть стоит. Все, у нас, блин. Блин, да что? Да как ты убил? А ладно, серьезно, он своего убил? Молодец, ты умеешь пороть бока. Тех, которые убивают всех. Тогда. Ушел. Так, давайте по камере чекать. Ой-ой-ой. Не открывай дверь, а там кто-то. Вот, смотрите, я, короче, включаю с левой стороны камеру, мы теперь будем видеть, где кто ходит. Хотя бы с одной стороны будем смотреть. Так, стоит, внимательно. Так, с левой стороны пока нету, можно открыть. Пришел, смотрит. Ой, закрывай! Закрывай. Вот это там крики. Идет, Фокси. Я шляпку у тебя заберу. Слышь ты, шляпочник. Ой. Да смотри, он там... Это как так? Я его хотел побить. Кстати, ребята, мы в следующем ролике скачаем назад оружие, черное очко. Я буду их фигачить. Не открывайте только дверь, там Фокси стоит. Я вижу, кстати, стал возле стены. Ребята, мы включили там камеру, мы все видим. Убежал, я понял. А, не надо по башке, больно вообще-то. Че он валяется, батарейки поломились? Эй, вот иди заряжайся. Не, лучше закрой, не открывай. Стремно очень.
Опа. Марионетка, стой, да мы тебя видим, у нас камера включена. Опа. Ой, да дайте уже это открыть. Балунбой кошмарный пришел. Не-не-не-не-не, мы не открываем двери, до свидания. О, он себе маникюр сделал. Очень сложно, когда 4 аниматроника, ребята. А здесь, наверное, все. Что, никого? Кошмарный. Не, камеры не переключай, пусть так и будет. Ай-яй-яй. Сразу видно, играем с профессионалами. Дверь просто не закрылась, я на нее нажал два раза. А бывает такое, бывает. Здесь не открывайте, здесь невидимки еще лежат. О, опять кепочник пришел. Да я тебе сейчас, знаете, что делать? Посрачник тебе дал. Шкет там. Ухол, ушел. Там, кажется, какой-то шкет мелкий сидит. Убежал. Так, с этой стороны. Стоят два штуки, не открываем. Все, отойди. Вдвером. Я буду. Какая тишина сразу стала. Тогда... Тишина, да. А мы прислушиваемся, потому что их 4 штуки. Смотрите, стоит, дергается тут. А вот смотри, Дима ходит. Уже ушел. Был, понял. Все, да, вот так включай, чтобы мы видели хотя бы одну сторону. Кто там заглядывает в окна нам? Фокси. Ага, это с этой стороны камера, понял. О, Фокси. Он все зубки, видимо. Мы тебя видим, я фонариком подсвечу. Ушел, ушел телепиздрик. С этой стороны еще стоит, не открывайте. Не открывайте, Мангл стояла. Он ушел. Фокси здесь стоит. Я ему в глаза свечу. Ай-яй-яй, ну что вы не видите, фонариком подсвечиваете, пацаны. Я дверью убила. Я дверью убил случайно. Ой-ой. Да, закрывай, закрывай. Уйдите. Я успел. Надо, знаете, что здесь еще, это свет включить. Дайте выйти. Че у вас за новогодняя елка тут, пацаны? Стоит, стоит, что стоит. Такое? Закрывайте лучше назад, закрывай! У них не работают тропки! Вы че у вас там с руками? Вот он стоит в углу, вот он ходит здесь. Так, тут кто есть? Так, давайте камеры клацать. Не будем открывать двери лишний раз. Давайте переклацывать камеры и смотреть. Так, с правой стороны никого нету, но идет аниматроник. Потихонечку идет. Пока не открываем, пацаны. Дим. Пусть пройдет. Что по времени? Тут чика невидимо, вот здесь вот. Стоит, стоит. Так, отлично, ушел. Теперь можно открыть. Все. Опа, марионетка, я марионетка. Я стою, Дима, если что. Марионетка медленная, насколько я знаю. Она пока дотелепает. Так прикольно медленно идет, это просто жесть. А ну дай посмотреть. А, вижу. Это кто, как деревянные ноги у нее или что? Такие звуки странные издает. Уходит. Так, не открывай еще, не открывай. Открывай. Все, можешь открывать. Правую дверь. Она идет. Закрывай. Закрывай. Смотрите, как ребята надо прям четко сидеть по камере, потому что так они обманывают нас. В данном случае камера нам очень сильно помогает выживать. Так, стоит. Слева. Все отлично. Давайте слева камеру включим. Слева. Я вижу. Так, пока он там трется, балунбой, давайте другую сторону включим. Так, с правой стороны никого нету, открывайте. Их там двое слева. Понятно. Я не буду пока там, да, смотреть, пусть они там трутся. Закрывай, закрывай, быстрей! Молодец! Вот это ты молодец! Это голова, ребята, очень быстрая. Мы когда записывали аниматроник, какой аниматроник самый быстрый, это самый быстрый голов от аниматроника. Так, можете открывать. Чисто. Открывайте, да. Не-не-не, слева не надо. Справа, справа открывайте. Да блин! А ты смотри, какой хитрый. Хорошо. Есть. А если мины лежат на полу, а потом взорвутся со стены, они будут на полу активироваться или нет? Дима, да, вообще должны. Все, отлично. Все, теперь мы с правой стороны мы заминировали. Дима, вроде никого слева нету. Так, давайте, открывайте. Ой, ай-яй-яй-яй, заходи, заходи. Заходи, выключай, ой, закрывай. Так, а вот слева. Ой-ой-ой, все, пришел. Но жизни мы ему не вынесли, да? Нет. Пацаны, я знаю, что надо делать. Поставить. Раз бомбы не работают, я возьму огнистый пистолет. Что вы хотели? Вы думаете, вы нас будете весь ролик убивать? Я вам не дам этого делать. Дима, или вот это? Слышите, кто-то бежит там?
Прилез. А ну через дверь можно его убить? Не-не-не, он не прострелится. Его нельзя, да, убить? Ну везет. Открывать дверь, я буду сразу по нему стрелять. Все, повезло. Одного убил. Дима слева. Можно взять? Дима слева, шкет стоит. Я вижу. Открывайте дверь, я его убью. А он не убивает. Убьется. Че вы теперь, ребята? Теперь мы открыли на вас охоту. Стоять! Дима, открывай справа дверь. А я иду их мочить всех. Я буду просто мочить их сейчас. На! Я поддался специально. Да? Я не попал, просто дрыщ худой, блин. Да, я худой, вопрос. Ай! Вот так, ребята, это короче, это война. Они решили на нас жестко напасть. Все. Живым не дамся. На. Ой, лагает аж. На. Ну что, я псих. Я очень сильно разозлился на вас. На! А как мне этот, вот это вот дайте, я выйду, да? Нет, не давайте ему ничего. Все, это война, ребята. А, да откуда ты? Ах ты, вот так значит. Хорошо. Я прибежала, ты меня не убил. Я к ним со всей душой. Ах ты, ну все. Вот это я сильно разозлился, ребята, очень сильно. Извини, обстоятельства. Да не ходи перед дулом, говорю. Дима, как ты любишь? Есть. Да ну не ходите, говорю. Дима, как ходить? Не ходить перед дулом, если ты ходишь прямо перед спавном. Ну я специально это делаю, ты не знал? Дима, смотри, что у меня, смотри. Есть, я убил, я успел. Ой, лагает. Дима, ах ты там... Эта граната их не остановит, они все равно будут проходить. Остановит, На тебе, есть, я маринетку убил. Я убил ее. Я всех мочил до конца. Молодец, из твоей штаны. А, дайте выйду. Здравствуйте. Дима, заходи. Пока. Да, нет. Ай. Я выбрал хорошую тактику, где я их откуда буду мочить. Теперь они мне ничего не сделают. Нате вам, пацаны. Так, ребята, вот теперь я буду жестко их наказывать. Дима, давай, иди сюда, давай. Там выйти дайте. Ты в главном зале, давай, подходи, Дима. Я тебя раскромсаю. Зачем? Эй! Отлично. Откройте, спасибо. А я специально стою в таком месте, чтобы вы меня не видели, я буду вас мочить. Никто ко мне сюда не зайдет, никто. Я в туалете, давай попробуй, кто зайдет ко мне сюда? Дима, посмотри направо. Спасибо. Да откуда вы что, телепортируетесь? Нет. А, тут аниматроник под землей может, да, лазить? Какой? Я золотой? Знаю, я все понял. Нет, тут золотой не может. Ну все, Дима, вы не выйдете. Ты удалил. Отлично. А то кто-то ходит, Дима, я видел. Где? А я бомбы ложу здесь по всей карте. В смысле? А как ты прошел? А я вот так вот, я ж читер, ты не знал? Да знал. Отлично, так уже 6 штук бомб лежит. А где ты? Сейчас мы, короче, ребята, кинем... А нет, мы еще на заминируем, я хочу бой... Ай-яй-яй-яй, да кто это? Ты где хитрюга? Рахит? Похоже на рахит. Эй, мне надо проскочить и бомбу взорвать. Ой-ой-ой-ой, ребята, сколько их здесь. Ну все, прощайте, аниматроники. Еще должны быть взрывы. Прощайте все. А что, одна только бомба осталась? Нет. А что, они не активировались, что ли? Вот сколько вам. Вот тогда тебе. Ой-ой-ой, сейчас залагает. Не, вроде не вылетит. Если понравилась эта серия, я на вам поднял настроение. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.